правда это или нет, судить вам. Смотрите, хорошие люди, идите скорее смотреть. Идите, смотрите, он будет, конечно, он будет свистеть. Он будет свистеть перепелкой, потом запоет соловьем, потом он окажется волком, тогда мы его и убьем. Пой, 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 соловей. Пой, 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 не жалей. Быть доброй старушкой, заваривать чай и говорить. Он может сходить за подушкой и 1000 рублей подарить. К нему мы заходим без стука и едим, веселимся и пьем. Когда он окажется сукой, тогда мы его и убьем. Ну, здравствуй, настоящая жизнь. Какие запахи. Собой не закрыл, на фоне дверного проема он в черное небо поплыл. Потом пролетели недели, и годы, и ветер, и дым. А мы все сидели, сидели, а мы все сидим и сидим.